Всем привет, с вами остановочный центр ЦКАФ. Сегодня у нас Toyota Hilux, Hilux. Установка магнитола на андроиде и замена штатной камеры. Штатная камера стояла в штатном месте, она вышла из строя, вся мутная, грязная, непонятно, что показывает. Была заменена на хорошую, нашу самую широкоугольную камеру. Вот мы обычно в это время смотрим телевизор в автомобилях. Да, у нас сейчас играет онлайн ТВ. Мы можем просто его смотреть, мы можем смотреть его совместно с Яндекс.Навигатором. Например, Яндекс мы себе налево ставим, онлайн ТВ ставим себе направо. Все это дело там перематывается, переворачивается. На большом 10-дюймовом экране смотрится это прекрасно. Прекрасно. Пропорции можно менять, можем Яндекс сделать поменьше. Ну и full frame смотреть, можно сказать, телевидение онлайн. Это здорово. 8 здесь Android, 2.32, все прекрасно работает, быстро, четко и качественно. Как работает штатная камера, не штатная камера заднего вида, штатную мы заменили. Втыкаем заднюю. Показывает нам камера, видит весь бампер. Вообще весь. И немножко сбоку. Прекрасно. Вытыкнули заднюю. Продолжаем смотреть телевизор. И ехать по Яндекс.Навигатору. Ну, естественно, камера может во весь экран. Значит, USB-шка используется штатная. AUX используется штатный. Плюс запасная USB для 4G Wi-Fi роутера. В нее уже даже воткнут какой-то модем. У нас находится в бардачке. Тачскрин, 10 дюймов, огромный экран, все прекрасно видно, держится хорошо. Наклон можно менять, либо приложив силу, либо чуть-чуть с боков здесь откручиваются такие штифты, и она трын-трын-трын, имеет там 5 или 7 положений. Соответственно, можно себе надстроить. Яндекс.Навигатор, голосовой поиск Алиса, Сбербанк. Все без проблем работает. Маленький микрофончик мы ставим по новой технологии в угол стекла. Никому он не заметен, прекрасно слышит всех. Не слышит шум от дороги. То есть можно ехать курить и разговаривать по телефону. Курить нельзя. Кнопочки на руле были подключены и работают. Громче тише, вперед-назад. Ну, они еще и программируются, соответственно, можно выключить звук. Поднять, положить трубку. Это все дело работает. Да, в общем-то и все. Обои рабочего стола можем менять. Есть в комплекте обои. Какие там угодно. Либо, соответственно, через приложение. Все это быстро летает. Давай запустим видео в движении. Тестовое видео. Тестовое видео работает. Все четко работает. Открыли Яндекс. Квадратик. Нет, не так. Поставили телевидение налево. А видео направо. И едем. Ваши дети смотрят видео, а ты смотришь канал Спас. С вами был установочный центр PC Auto. Обращайтесь к нам. К этому видео ставьте лайки. Пишите комментарии, нравится ли вам просмотр видео в движении. И обращайтесь к нам, все в наличии.